До 20 миллиардов тенге направит Казахмыс на улучшение социальной инфраструктуры Карагандинской области. Об этом накануне заявил глава региона Женис Касымбек. Еще около 55 миллиардов тенге, по словам Акима, выделят из областного бюджета. Деньги будут направлены на реализацию 131 соцпроекта в Улутауском районе и городах Балхаш, Жезказган и Сатпаев. Жалгас Асханбаев продолжит тему. Город, названный в честь академика Каныши Сатпаева, уже с нового года станет пионером по реализации новой масштабной программы. Она нацелена на оздоровление жителей моногорода. Посчитали и необходимые деньги. На Сатпаев выделят 5,5 миллиардов тенге. Это и госсредства, и деньги от Казахмыса. Все остальное – дело времени. Главное – подписан меморандум. Там закреплены печати Казахмыса и акимата Шахтерского региона. В результате принимаемых мер в городах Жезказган, Балхаш, Сатпаев и Улутауском районе в этом году создано порядка 3000 рабочих мест. Рост реальной заработной платы есть от 10 до 30%. Мы здесь бы хотели бы отметить, что параллельно корпорация вкладывает серьезные средства в развитие инфраструктуры, развитие социальной инфраструктуры. Многие. Отмечая совместные проекты с Казахмысом, Женис Касымбек особо подчеркнул создание фонда помощи нуждающимся от последствий пандемии. Тогда корпорация одной из первых откликнулась на призыв Елбасы Нурсултана Назарбаева. Сделано немало. Обеспечение жильем многодетных, поддержка врачей и улучшение медицинской инфраструктуры. И это еще не все. Мы при участии и помощи акимата привезем сюда около 20 высокопрофессиональных специалистов, будем обеспечивать их жильем. Также у нас в планах есть это проектирование строительства современной поликлиники в Сатпаеве и Балхаше. Как заявил также глава Казахмыса Эдуард Огай, позаботятся и о качестве образования региона. Будут организованы бесплатные курсы повышения квалификации учителей. Впрочем, среди планируемого 131 проекта также и реконструкция теплосети, подведение газа, строительство жилья, решение проблем аварийных домов, вопросы безопасности и экологии. Жалгас Асганбаев, Нурлан Исмаилов, Атамекен Бизнес, Карагандинская область.